Дорогие соотечественники и гости Беларуси. Осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Вот этот день и настал. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент Беларуси. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. И я ухожу в отставку. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать.